2019 год поделил нашу жизнь на до и после. Сейчас большинство людей не выходят на улицу без медицинских масок. Она стала обязательным атрибутом для каждого. Мы используем приложение Ашык при входе в любое общественное место. И как никогда переживаем за свое здоровье и здоровье близких. Хорошо, что сейчас у нас в стране начали вакцинировать детей. По поручению руководства колледжа мною проведена работа по вакцинации среди несовершеннолетних и их родителей. А сейчас здоровье, конечно, должно быть на первом месте. И вот как мама я тоже думаю, почему? Потому что прививки мы все получали с детства, мы знаем. Любая прививка все равно она предотвращает какую-то все равно болезнь. И здоровый образ жизни нужен быть. И в первую очередь здоровье думать нужно. О будущем, а будущее – это наши дети. Вакцинация детей. В новом выпуске программы «Специальный репортаж» 26 ноября в 20:40.